Крекс, пекс, фекс. Не та камера. Вот эта камера, по идее. И фокус-покус. Вот. И фокус наводится. Все. Отлично. Ты будешь читать со своего? А тут будет все равно с этим. С задержкой. Бум-бурум. Поехали! Вашу маму и там, и тут показывают, называется. Так, всем привет! Мы снова с вами, как и обещали вчера, выйти в эфир с Олиными ногтями. Оля, коррекцию мы уже сделали по-быстренькому. Очень, кстати, очень по-быстренькому. 1:31 времени у нас прошло, а мы уже и кофе попили, и коррекцию сделали, да? Ну, у нас акция, одна рука по цене двух, поэтому все нормально. Все нормально. Так-с. Покрываем ногти гель-лаком. Первый слой покрываем, как обычно, как-нибудь. На втором слое будем уже прорабатывать все это безобразие. А потом готовить это все под дизайн. Поэтому будет вообще замечательно. Так. Что там? Есть кто живой? Да, 32 человека. Ух ты, ничего себе! Что, девочки, с коррекцией на мою руку выходить или тоже сделаем по-быстренькому коррекцию, а потом выйдем только на дизайн? А ну, давайте быстренько порешаем. Оля, как ты хочешь? Сделать... Хочу на дизайн. Ты хочешь сделать коррекцию и выйти на дизайн, да? Mm-hmm. Тебя гнет ответственность и гнетет? Ну, как тебе сказать? Ну, нет уже, да? В принципе, какая разница? Так, покрываемся. Приветик, дорогие. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, приздравствуйте. Вчерашний эфир зашел. Прям так здорово, вам понравилось. Что там, видно? Видно, да. Все хорошо? Ну, чуть-чуть немножко выходишь, так все нормально. Привет, дорогие. Всем ну так привет. Поправь, Даша, привет. Так, чтоб, может быть, как-то подстроить, чтоб не выходило. Пока нормально. Видно хорошо. Отлично. На большом пальце, если рисовать, вообще будет шикарно, все видно. Вообще чудесно, да? Рисуем на большом пальце. Ну, давай, в принципе, что, включим в композицию большой палец, а почему бы и нет? Если будет прям здорово видно, то почему бы и нет, собственно говоря. Даша приболела, что ли? Нет. Почему? Не дождетесь. Нет. У Даши раннее утро. Даша еще не проснулась. Это вторая рука. Это одна рука. Мы, Оля мастер, Оля моя ученица, поэтому одну руку она делает сама себе. Вот у нее вот такая вот красотища на одной руке, это она сама себе делает, как и я делаю себе левую нерабочую руку. А вторую руку я ей делаю, а она сейчас будет мне делать левую руку, ту, которую делать неудобно. Вот, поэтому нам лучше всего можно не заморачиваться с левой рукой, а просто ее кому-нибудь положить, закрыть глаза, открыть, а уже все красиво. Добрый вечер, девочки. Доброе утро. Друзья, здравствуйте, ура, эфир. А, Дарья, здравствуйте, ура, эфир. Здравствуйте, девочки. Наша большая родина, у кого-то вечер, у кого-то утро. У меня утро вообще в час дня начинается, поэтому у меня вообще раннесусветное. Поэтому все нормально. Доброе утро. Лайк. Да, лайки ставим. Комментарии пишем. В чате общаемся. Разводим активность. Тогда мы будем выходить к вам почаще.
Да, людей 47, лайков 13. Так, покрываем, доводим, выводим, выравниваем поверхность, чтобы было все красиво. Кстати, поверхность можно выравнивать не только базой. Поверхность можно выравнивать и цветом, и топом, и чем угодно, любым, в принципе, на любом этапе. Поэтому вот меня как-то спросили, не выравниваете ли вы после опила? Нет, я выравниваю цветом после опила. То есть сразу же вот на этапе выкладки цвета раскладываю, разравниваю где-то, где мне, допустим, может быть, я что-то перепилила, я туда капельку цвета поставлю и выровняю, дотяну. Что там? Здравствуйте, а что за блестки были с дизайном с лягушкой? Там лягушки не было, там череп был. Или на каком лягушке? Это у тебя, наверное, желуди. Какие лягушки? Тут лягушек нету. Но желуди тут тоже, кстати, не очень получились. Почему мне не нравится? Цвет желудей смешала не теплый коричневый, поняла? Получился холодный серо-коричневый. Поэтому получились какие-то оливки, а не желуди. Поэтому они меня бесят. Но лягушек нету. Что за блестки там? Блестки из нашего магазина. Какой номер цвета, я вам, к сожалению, прям не скажу, потому что взяла первое попавшееся, что под руки попало, и чем-то намазюкала. Вот и все. Так, я свои руки, кроме Поэтому... тебя, Даша, не доверяю больше, после как мне пропилили ногти. Светлана Волгутова. Ну, плохо, что вам пропилили ногти. Минус тому мастеру, который вам пропилил ногти и оставил после себя плохое воспоминание. Это вот прям плохо. Ой, мне тут Оля такой... Оля, можно я расскажу, как тебе мастер на поговорить приходил? Ой, это да. Оля мне подогнала историю. В общем, в их поселении... Она живет не в Краснодаре, приезжает, и вот мастер к ней приходила поговорить по поводу того, а что это ее клиенты перешли к Оле на обслуживание, да, то есть Оля рисует, Оля все делает, клиентам своим предлагает, а мастер приходила на разборки, какого хрена Оля переманивает ее клиентов. Так что, девочки, если вы не хотите, чтобы кто-то переманивал ваших клиентов, просто предложите клиентам что-нибудь такое, чего не могут предложить никто остальные. Вот и все. При том, что я даже не знала, что я, оказывается, переманиваю кого-то. Или можно, например, по логике этого мастера, можно ходить с плюшками, доплачивать клиентам, говорить, знаете, вот приходите ко мне, я вам денег доплачу. Ну вот как-то так. Мы сегодня посмеялись с этой историей. Вообще, девочки, развитие это очень ценно, это очень нужно, очень здорово развиваться как мастеру для того, чтобы, ну вот, блин, Оля работает 2 месяца, и она уже переманивает у кого-то клиентов, вы понимаете? То есть проблема в этом поселении настолько обширная, что за 2 месяца работы Оля уже у мастеров переманивает клиентов только потому, что она рисует. А почему-то все остальные мастера думали, что их клиенты не рисуют. А их клиенты, которые не рисуют, взяли все дружненько толпой и перешли рисоваться Коле. То есть, понимаете логику всего происходящего, да? Поэтому, если вы думаете, что клиенты ваши не рисуют, возможно, они просто ждут Олю. По итогу она мне сказала, что, ну, я подумаю, вдруг кто-то начнет, ну, кому-то надо будут рисунки, я тогда, да, обращусь, чтобы там сказали, где То есть я не поучиться. начну рисовать учиться, да, а Да, я я еще и подожду, подумаю, да. да, подожду, вдруг там кому-то надо будет. А все быстренько перейдут к тебе и будут себе прекрасно рисоваться. Так что, девочки, если вы думаете, ваши клиенты не рисуют, то вы глубоко ошибаетесь. Рисунки у нас в России любят все. И вот, а особенно качественные рисунки, если вы будете рисовать, хорошо будете рисовать, то у вас будет стоять очередь из клиентов, вот буквально-таки. Поэтому все дружно учимся рисовать. И стемпингом роспись не заменишь, нет, нет, не заменишь роспись стемпингом, никак.
Зато стемпинг росписью можно заменить спокойно. Вот. Чем укрепляете ногти? Мы ногти не укрепляем, мы ногти моделируем. У нас моделирующие гели, из которых мы моделируем ногти. Мы их не укрепляем никогда. Укрепить это просто сверху намазать слоем потолще, просто чтобы ноготь был потолще. Вот это вот укрепить. Нет. А вот если смоделировать, если вывести форму, то это вот совсем другой разговор и совсем другой результат. Поэтому ногти, не укрепляйте ногти, моделируйте. Будет вам счастье. Роспись форева. Да, ой, девочки, я так люблю, так это все люблю, вот просто обожаю вот это вот все. Бренд-лист вверх тормашками. Нет, не вверх тормашками. Нет, это телефон вверх тормашками. Давайте мы вам сейчас перевернем бренд-лист, чтобы вам было удобнее. А у тебя, ты записываешь как мастер-класс? Да. А какая? Там не видно практически надписи, поэтому там, в принципе, не важно будет, с какой стороны. А в эфире будет понятнее. Там же ж есть и мои ссылки, там всякая, девочки. Вот тут вот там ссылки на меня везде. Там магазин наш, поэтому кто там еще не знает, где находится наш магазин с блестками, то это вот тут. Вот, а еще я в Инстаграме, а еще в Ютубе, а еще в остальных соцсетях тоже меня там чуть-чуть есть. Цвет какой красивый. Че ты смеешься? Чтоб вы понимали, Даша сказала, я дизайн не хочу на розовом фоне рисовать. Да? Ну, все, хочу. Я не хотела на розовом фоне рисовать дизайн с твоей кофточки. Вот, я хотела на другом фоне его рисовать. Но мы же рисуем дизайн не с твоей кофточки, поэтому мы рисуем его на розовом фоне. Дашенька, мне вот. Все нравится, и цвет нравится, и все нравится. Ну, просто мы поговорили, вот только перед эфиром поговорили о том, что он будет не розовый, оказался розовый. Можно привет, пожалуйста, Камила Нургалиева. Пожалуйста, привет вам, Камила. Радио, этот самый, как, час заказов на русском радио, да? Почему? Передаем привет Камиле. Или шоу новое. Да-да-да. С большими пожеланиями добра, счастья, здоровья, поздравления всем родственникам в день единства. Сегодня же праздник, сегодня же выходной еще, да. Вот, поэтому передаем большущий привет и хотим поставить какую-нибудь песню. Оля, запевай. Давай поставим твой смех. Да, все, будет достаточно. Так, девочка, а кто-то пишет, что хочет, видимо, роспись. А, девочка пишет, у меня есть клиентка, которая носит только однотон, и только красный или черный. Ну, есть такие клиенты, но их очень мало таких клиентов. В основном клиенты хотят роспись. А еще клиенты у вас носят однотон тогда, когда рисовать вы не умеете, либо рисуете плохо. Если вы рисуете плохо, то никто у вас, конечно же, дизайн просить не будет, потому что он плохой. Понимаете? Мы вчера об этом уже разговаривали. Что-то мы повторяемся. Вот. Даша, вы такая смешная и веселая. Спасибо большое. Хотелось бы быть еще полезной, но да ладно. Ой, ты очень... Да что-то пошло не так. Ты очень полезная, такая замечательная, чудесная. Нет, там про полезное ничего написано не было. Там было про веселое. Я начинаю хвалить. А, подожди, рано, еще сейчас нарисую. Фальстарт. Фальстарт. А мне уже нравится... Дашенька, напомните, когда в магазине будет распродажа
11-11 во Всемирный день распродаж мы будем тоже принимать участие. У нас будут скидки в магазине на курсы, на все будет офигенная скидка. Можно будет успеть купить 10 курсов и ни один не отработать, как обычно. Вот, поэтому на материалы будет скидка, на этот самый. А еще, девочки, кто мои курсовички любимые, кто ждал желтую пасту, она пришла. Сегодня мы ее получили. Желтая паста есть в наличии. Ее мало, ее всего 10 баночек. Поэтому кто успеет купить, тот молодец. Кто не успеет, будет ждать следующей поставки. Дизайн стоит всегда дороже. Да, да, дизайн это великолепная, великолепнейшая возможность заработать. Не потратить при этом, себестоимость дизайна всегда минимальная, он вообще ничего не стоит в плане расходников, но при этом он всегда дорого ценится в плане работы, поэтому это всегда очень выгодно. Вы берете просто за свои золотые ручки, просто за то, что вы подышали на ноготь клиента, все. Поэтому это очень выгодно рисовать дизайн, очень выгодно. И это всегда выделяет вас на фоне других мастеров. Это всегда выделяет. И всегда у вас будут клиенты. Вы никогда не останетесь без клиентов. А даже если у вас вдруг не будет клиентов, вы возьмете и будете дизайнить на кружках, бокалах свадебных, на чем угодно можно дизайнить и на этом тоже зарабатывать. Поэтому дизайн – это вот прям, это сила. И нет мастеров, если вы будете сейчас мне кричать, что у меня кривые руки, я рисовать не умею и вообще мне не дано, я вам скажу, нет тут таких людей, которые не умеют и которым не дано. Зайца можно научить курить, было бы желание. Поэтому все зависит только от количества потраченного вами времени на освоение нового навыка. В среднем на освоение навыка тонких линий вам понадобится месяц работы, ежедневной, правда, но по чуть-чуть, по 2 часика, по полчасика, по часику, но месяц, и через месяц вы будете рисовать тонкую линию. Это я вот как преподаватель вам говорю. Да, Оля? Как ученик, я вам скажу, да, это точно, это 100%. И причем, если кто-то не прошел еще курсы по тонким линиям и думает, что умеет рисовать тонкую линию, я вас разочарую, это неправда. Вы не умеете рисовать тонкую линию. Не, ну почему? Ну, кто-то же умеет. Подожди, мы же не можем. Я тоже думала, что я умею рисовать тонкую линию. Да тут и тебе сила. Да, конечно. При этом мне рассказывали, да, это тонко, это красиво и замечательно. Но потом, после того, когда я прошла курс, я увидела, что я умею рисовать тоньше паутинки, и вот это реально тонкая линия. Когда Даша говорит, что делай тоньше, ты сидишь матюкаешься и думаешь, блин, я уже делаю это тонко. Это же невозможно, да? Да, это невозможно. А потом, когда рисуешь тоньше, вот то, что говорит Даша, оказывается, все возможно. Главное слушать. Так. Давай думать. Давай мы вот тут вот так сделаем. И большой пальчик. Все, я уже придумала. Ты можешь не думать, я уже все придумала. Хорошо, я все придумала. Так, давайте смотрите, девочки, вот эти пальчики. Вам все равно ничего не видно. Мы будем делать на верхнюю камеру, а большой пальчик будем пододвигать телефончик и рисовать для вас. Да, то есть, чтобы и вам было видно, и нам удобненько. Все равно видно. Все равно видно, ну и отлично. Смотрите, берем самое офигезное сочетание цвета. Розовый и серый. Серый такой красивый, графитовый серый, прям потрясающий. И это будет сейчас просто бомба. Вы себе не представляете, что это будет. Это будет вот просто мега-мега взрыв, просто красотища-то какая. Вот, сейчас мы это все нарисуем, и вы увидите. У вас есть кольцевая лампа? Да, есть. Он висит наверху, но я ею не пользуюсь. Есть. У меня есть все. Так, уже красиво. Мне уже нравится. Плотненькие оттенки ложатся, в принципе, очень хорошо. Поэтому не нужно будет что-то там дополнительно
с ними выдумывать. Это у нас будет подмалевок под дизайн. Вот тут вот надо хорошенечко серым цветом проработать границы. Такс. Есть. И второй пальчик. Что там? Что-то ничего не пишет? Пишет: ага, а я линии рисовала с Дашей и до 12 ночи, ну просто не оторваться было, и я научилась. Ну вот. Подтверждаю, это точно. Очень хорошее время, карантин. Да, сплюнь, сплюнь, не надо карантин, не надо. Хорош. Мы уже кайфанули на карантине, поэтому мы теперь будем кайфовать, но без карантина. Нам и так все нас устраивает. Я согласна кайфовать без карантина. Ой, красиво как! Красиво! Жёстово ты когда будешь отрабатывать? Давайте пнем Олю, чтобы она жёстово отработала. Я прям жду, как Оля отработает жёстово. Ты же заставишь меня рисовать жёстко на своих руках. Ну, конечно же, ты мне в прошлый раз, я тебя просила, а ты не сделала. А я хочу, чтобы взяла и сделала. Я не буду ничего торжественно обещать и клясться, тем более. Я не Ну, знаю, когда я его сделаю. началось, а. Сделаю. Ты же устраиваешь вечно вот это вот, когда близко это какой-то, устраиваешь вечно какие-то распродажи. Мини-курсы, Я думала, вдруг Даши не хватает там на шампанское, на тортик. началось. Чё я вот это буду возить? Я еще один раз не отработаю и куплю еще один раз на распродаже курсик. Так, девочки, ну уже красиво, уже прям здорово. Вот она наша динамическая композиция, плавно переходящая с пальчика на пальчик. Сушим. А на большом пальчике сделаем отдельный вариант, да, то есть просто вот сам по себе отдельный пальчик. У нас будет два пальчика вроде бы как вместе сочетаться и пальчик, который вроде бы как стоит немножечко отдельно. Но зато его будет вам, по идее, очень хорошо видно. Сейчас мы это все просушим. Что? Оля и там, и тут Потому что вашу маму и там, и тут передают. Изображение здесь тормозит, а сообщения там тормозят. да? Да. Дашенька, самый лучший преподаватель. Я очень рада, что училась и учусь. Еще буду учиться у вас. Огромное вам спасибо за учебу. Вы прекрасная. Спасибо большое, девочки, мне очень приятно. Меня тут в последнем курсе линии мамой назвали, мне так приятно было. Ну, мне так прям, вот тут я прям так понравилась. А вообще, в принципе, ученики, которые попадают на линиях, остаются, пока не пройдут все. И потом уже, когда пройдут все, что у меня есть, вот я уже смотрю, что девчонки, которые все курсы попроходили, они уже, я смотрю, пошли по другим преподавателям, уже там где-то что-то. А вот пока все не пройдут у меня, никто никуда не расходится. Поэтому, девочки, записываться на курсы слегка опасненько, потому что на год вам работы, в принципе, обеспечено. Вот представьте, можно год учиться только для того, чтобы пройти курсы у меня. Можно и больше. Нет, нет, если работать, то года хватит, а можно, ее можно и дольше, если вообще ничего не делать, собственно. Можно и 2 года ничего не делать, и 3 года ничего не делать. Спасибо большое. А где? Это магазины и блестки. Класс, и чё, нет? Кричала: нет, я нашла, но это не магазины. Ну, все, нашла магазин. А где мой Милки гель? Я не поняла. Что-то банка как была, так и вернулась Хватит обратно. тебе В столько. смысле? Пока. Мне магазин зажмотил Милки гель. Мне Да. меня лишили. Да. Тебе пока Лишили. хватит столько. Началось все, работать нечем. Уйду я от А вас. что ты рисуешь? А вот я не скажу никому ничего. Уже Что? красиво. Уже можно так уходить можно. Вы прерваться не хотите? Да мы только начали, а что ты хочешь? Вышли. Да. Чай.
Мы уже попили кофе, мы уже только сели Когда вы рисовать. попили кофе? А вот, все, ты все пропустила. Меня позвони. Нет. Она обиделась за бульонки. Так, есть, готово. Даша, а на моделирование тоже будет скидка на курс? На все курсы будет скидка. Будут скидки на все курсы. На все. Так, что я хотела? Я хотела не то. Я хотела... Мне нужна палитра. Вот она моя. Ну, желательно чистая. Сейчас я сделаю. Сейчас, подождите, волшебным движением я из грязной палитры сделаю чистую. А то что-то мне куда-то цвета некуда выкладывать. Вот, и мы будем рисовать дальше, дальше, дальше. Так, дальше мы будем рисовать что-то очень красивое. Берем пасточки, очень-очень плотный материал, который вот прям вот очень плотный, очень пигментированный. И сейчас будем рисовать осень, да? Сейчас пока еще на осень не сильно похоже, но сейчас вот будет похоже. Так, салфеточка. Берем желтый, коричневый, золотой прям классный. Это моя девочка, которая с нуля обучалась у меня, и вот сколько мы с ней были вместе, это года 3 или 4, наверное, мы с ней вместе работали, то есть она постоянно у меня училась. Я ее стимулировала на конкурсы, вот, поэтому мы с ней очень долго вместе проходили начальный путь ее развития. Вот, а потом в 2014 году вынуждены были разъехаться, и вот с 2014 года Танюшка самостоятельная единица. Здравствуйте, ну хоть на третий эфир успел. Здравствуйте. Так, смотрите. Коричневый, желтый, золотой, зеленый, светлый, зеленый, темный, белый. Теперь что мы делаем? Нам нужно желтый цвет всегда, он такой слегка полупрозрачный. Мы в него для плотности добавляем белого, но добавляем столько белого, чтобы появилась у желтого плотность, но не поменялся оттенок, то есть чтобы он не стал светло-желтым, да? То есть он остался ярко-желтым, но при этом... получил плотность оттенка. Теперь мы берем кыкисточку. Что ты там? Ля, она и пишет, и говорит, и все успевает. Потому что девочка пишет, зависла, а у меня идет все, ничего не висит. Ну, как бы, значит, это у нее просто что-то зависло. Что-то с интернетом может быть у вас, скорее всего. Даша, ну ведь ты можешь купить мелкий гель в магазине, он же рядом. Мне бы хотелось его бесплатно получить, не поверите! Со своего магазина мне бы покупать не хотелось бы. Я бы хотела сцыганить его на халяву, а не дают, понимаете? Обидненько, черт возьми. В смысле? А за рекламу? Ну, короче. Так, делаем дорожку. Из желтого и коричневого цвета. Коричневого нам надо оставить меньше. Поэтому, видите, я добираю желтый, добираю, потому что коричневого взяла много. Добираю желтый и вывожу так, чтобы у меня желтый остался только на краешке кисточки. Мусюсик, закрой дверь, пожалуйста, то тебя слышно сильнее, чем меня. Вот, и начинаем рисовать... Можно даже чуть-чуть желтый припачкать коричневым, чтобы он был такой темный желтый. И начинаем рисовать задний план цветочков. Вырисовываем задний план. Задний, призадний. Буквально приставными движениями, сильно там не заморачиваемся.
Сюда возьмем, сделаем бутончик небольшой. Вот сюда сделаем небольшой бутончик. Уже красиво, уже можно не продолжать. Но нет, это же не для нас. Мы же пока здесь все не разукрасим, не забьем. Мы же не успокоимся. Пока цыгане нас не украдут в переулке ночью, наша душа спокойна не будет. Девочка пишет, смотрю вас на телефоне и телевизоре. Это я два раза не повторяю, да? Вы думаете, так понятнее, да? Она, видимо, с двух аккаунтов зашла. Ну, здорово. Не, прикольно, я сама себя на телевизоре люблю посмотреть. Сочетание цветов бомбей просто. Так, а теперь для вас дубль 2. Давайте мы сейчас вам хорошо, настроим. Спасибо. Настроим так, чтобы вам было видно. Видно? Может, приблизить? Оля, оператор. Оператор Оля. Оператора намыло! Да? Можешь. Мыло из меня не осень. Не знаю, мне прекрасно видно. Ну вот кому чего там, когда не видно. Ну вот правильно закрыла. Пальчик вверх. А класс поставить. Так-с. Даже есть. Не видно? Как всегда, кому-то не знаю. Я, ну вот сейчас, да, ты рукой закрыла, не видно. Но вот сейчас все прекрасно видно. И движение кисточки видно. Девочки, ну извините, я же не могу свою руку куда-нибудь деть. Если мне надо там под каким-то углом нарисовать, и мне руку надо вывернуть, то от этого, к сожалению, никуда не денешься. Будет все равно будет не видно. Так, накидали для себя цветуёль. Сушимся. Пока Оля сушится, мы берем и в эту же дорожку, которая у нас уже есть намешанная, добавляем белый, не желтый, белый добавляем, высветляем наш желтый краешек, делаем его светло-желтым, красивым таким ярким, ядерным. Давай. Как я люблю осенние дизайны, но у нас уже они не актуальны. Ой, а у нас еще самое то, у нас еще вообще желтых листьев, собственно говоря, нету. Девочки, меняем все то же самое в голубую гамму, получаем зимний дизайн и становимся самыми актуальными. Поэтому вы же понимаете, что это все как бы очень просто и легко делается. Так, сейчас мы этот пальчик нарисуем под верхнюю камеру. Вырисовываем еще слой цветочка. Так-с. То есть мы можем все то же самое сделать, допустим, цветочки не желтые, а голубые, да? И у нас будет что? Уже зима. Поменять цветовую гамму, взять голубой оттенок и синий в покрытие, сделать голубые цветы, и все у нас зимняя королева, и вообще все прекрасно. А клиентов, которые не любят цветочки, по-моему, одна Марина, и та у меня. Все остальные клиенты к цветочкам всегда относятся очень положительно. Можно нарисовать миллион цветочков, всегда. У меня была клиентка, которая наоборот, вот мне Марина, наверное, это кара моя за классную клиентку, которая ко мне ходила в Донецке, ходила, наверное, лет 8. Мы ей рисовали всегда только... Подсуши, пожалуйста, то я там сдерла уже тот пальчик. Мы ей рисовали всегда только цветочки в разных техниках, на ее ногтях, на ее руках. И вот только цветы, ничего кроме цветов. И ни разу никогда не повторились. Так, теперь для вас. Смотрите, берем и добавляем слой
светлых лепесточков в пересечении темных. Как вы такое придумываете? Где вдохновение брать? Ой, девочки, вдохновение вокруг вас. Опять же, это мы разбираем на курсах линий в первую очередь. Да, когда мы понимаем, что дизайн можно рисовать подо все, вплоть до того, что под трусы своего любимого мужа можно нарисовать дизайн. Я рисовала под трусы. Вот, можно рисовать под гардины, под стены в ванной, подо все, под полотенце на кухне можно рисовать дизайн. Девочки, дизайн вокруг вас. Поднимите голову и поверните ее, и все. Мне подружка предложила... Под кошачий туалет. Да? А он у нее в цветочек? Там гранулы просто. Такие голубенькие, прикольные вообще. Ну а что, фактурку взять оттуда? Да-да-да. А ну, знаешь, даже эти, оно неправильной формы разные гранулки эти. И если их рисовать, то получится вот что-то такое геометрическое. Ну вот, видишь, дизайн под кошачий туалет. Кому надо? Кому насыпать? Дизайна под кошачий туалет. Так, смотрите, смешиваю темно-зеленый с золотом, с светло-зеленым. И хочу немножечко припачкать это все коричневым, чтобы получилась чуть-чуть такая грязючка. Чтобы был не чистый, не яркий зеленый, а такой вот слегка припачканный грязный зеленый. Потому что яркий зеленый, он, слишком свежий для осени, да, то есть я хочу, чтобы он был такой слегка пригрязненный. Вот и сижу тут, вымешиваю себе тот оттенок, который я посчитаю достаточно грязным и достаточно зеленым для своей осени. Наверное, вот так вот. Глянь, какое золото. Вот смотри его совсем немножечко и смотри, оно как круто смотрится. Золото, оно подсвечивается как бы. Да, вот его вроде бы как и не видно, и в то же время идет такой вот легкий-легкий-легкий проблеск. Так, и вырисовываем. Очень хороший оттенок получился. Как раз как я хотела, такой и не сильно выбивает из желтого цвета, и в то же время слегка призелененький. Есть. Марина даже в геометрии, наверное, цветы... Ну, девочка, наверное, не дописала. Найдет. Найдет, да. Да, найдет. Наистерит. И потом будет ходить без ногтей, а потом ее попустит, и она не будет больше искать цветы в ближайшие месяца три. Потом опять будет искать. Но это у нас с ней такие отношения. Мы друг друга любим, все равно какая... Какая разница? Надо сделать просто все, чтобы Марина цветы не искала. Надо ее чем-нибудь занять. Такс. Класс. Девочка удалила это сообщение. Вдруг Марина смотрит. Да мы же вчера уже выяснили, что да. А этот мы рисуем для вас. Смотрите, добавляем листья. Добавляем листья, забиваем практически всю поверхность серого цвета, но он у нас как бы остается задним планом. Есть. Сушим. Вытираем кисточку, набираем чуть-чуть белого оттенка, чисто белого. Чисто белого. Давай. И начинаем разбликовывать, начинаем добавлять свет. Начинаем играться с верхним ярусом цветочка. Офигительно, как это выглядит. В смысле? Вот только белого буквально два касания, да, и все. Ты знаешь, я смотрю на большой еще до белого. Тебе уже все нравится? Ты руки не смотришь, ты смотришь через камеру, да? Я через камеру, я посмотрела, просто повернула девочкам, чтобы было видно большой, что там нарисовано. И уже кайф. Вот, а Оле с этим ходить. Завидуйте все. Да, что-то переживаю, я сама себе уже завидую. Слушай,
Ой, девочки, бомба. Белый просто решает всегда все. Смотрите, чем ярче у вас получается контраст между теневым местом и светлым местом, тем глубже и объемнее. Давай, вот так. Смотри, там руководит. Вот, тем глубже и объемнее становится ваш цветочек, да, чем больше у вас контраст. Но при этом этот контраст нужно вводить очень плавненько, очень нежненько. То есть нельзя просто пятен белых понаставить, да, их надо все-таки ввести в поверхность своего цветка. Поэтому мы контрастируем наш цветочек. Есть. Сейчас возьмем светло-светло-светло-зелененький. Что мы сделаем? Мы возьмем светло-зелененький и смешаем его еще с беленьким. И немножечко с золотом. Даша, вы во вчерашнем эфире говорили о стерилизации. Вопрос. Инструмент можно просто замачивать в растворе и все? Да, да. Если ваш раствор имеет документацию для медицинских... ну вот, допустим, мой раствор, жидкость химическая, у нее медицинская аккредитация для стоматологических кабинетов для обработки инструментов, которые не подлежат температурной стерилизации, да, то есть она стерилизует, но только химическим образом. Вот, то есть берете, идете в медтехнику, спрашиваете, какой есть препарат химический для стерилизации холодным способом. Вам дадут с нее аннотацию, и даже если к вам приходит Санпин, вы достаете эту книжку, и это работает. Да, то есть Санпин это принимает, если у вас есть к этому документ. Но у вас должен быть документ и на жидкость, и на ультразвуковую ванну. То есть то, что она аккредитована на территории России вроде бы как, то есть поняли? Вот, а так в плане чистоты инструмента можно быть совершенно полностью спокойным по поводу того, что инструмент чистый. Вы, получается, там у каждой жидкости есть время экспозиции, то есть время выдержки в растворе этой жидкости, сколько вам нужно подержать, вот, и после того, как вы достаете, вам нужно инструмент промыть, иначе может образоваться коррозия. И если вы превысите время экспозиции, тоже может инструмент заржаветь. Вот. А так, в принципе, все отлично. Там написан целый перечень и ВИЧ, и гепатиты, и грибы, и все-все-все. Там прям перечислено, какие бактерии она убивает. Ну, это медицинский препарат, да? То есть я не просто так его сама забодяжила у себя в кладовке. Вот. Есть. Теперь переходим к тонким линиям. Возьмем пастой тонкие линии, прорисовывать не очень хорошо, неудобно. Поэтому я возьму гель-лак, добавлю в него пасту, сделаю темно-темно-темно-темно-темно-коричневый замес. И будем прорабатывать теперь, давай мы только, чтобы свиньями все не были, то есть не все, а мы, сделаем вот так вот. И будем самыми красивыми. Да, и будем чистенькими. Свиньями. Вот. А, да, кстати. И начинаем прорабатывать. Мы же обе бегут свиньи. Да, наш цветочек. Девочка та же самая пишет. То есть ультразвуковая ванна необходима? Ну нет, вы можете выдержать просто... Ну, ультразвуковая ванна просто вам облегчает. Она сама по себе на... практически молекулярном уровне выбивает загрязнение, ну, в основном, да, то есть она вместо вас моет. Если у вас нет ультразвуковой ванны, значит, вам нужно замочить инструмент, выдержать его там, потом взять ручками, механически его очистить, то есть вычистить все загрязнения, то есть щеточка, водичка, вы все это вычищаете. Вам это надо сделать руками. Если у вас есть ультразвуковая ванна, она за вас просто все и стерилизует, и моет одновременно. Если нет, то тогда вам надо замочить, а потом еще дополнительно помыть, почистить. А потом, если вы жарите, то сухожарить.
высушить? Ну, вы высушить и температурная обработка. Если сухожар есть, то потом вот как раз идет время сухожара. Так, прорисовываем тени, получается, на цветке под цветком на листья, на бутоны, под бутоны. В общем, выделяем все тенями таким образом, чтобы у нас наш цветочек был прямо на переднем плане. Да? Прям глубина. Глубина не то слово. Оля не может оторваться. Ей и тут показывают, и там показывают. И тут все у нее происходит. И это все еще вживую. Кошмар просто. Одна девочка пишет, ничего не видно, только краски на поддоне. Вторая, вы так все доступно объясняете, спасибо за информацию. Ну, девочки, видно, когда я вам большой пальчик рисую. На самом деле мы здесь больше на поговорить. Вот вчера вторая часть эфира была вот просто потрясающей. Когда вы задавали вопросы, я на них отвечала. Потом вот это вот все я вам смонтирую в ролик на канале, и он на канале будет, то есть в хорошем ракурсе, с приближением, совсем-совсем. Вот, но там же я не буду вам рассказывать про обработку инструмента или там про общение с клиентами или еще на какие-то вопросы отвечать. Поэтому здесь мы с вами потрындеть. А посмотреть вы потом посмотрите на канале ролик. Потому что если мы здесь будем и трындеть, и смотреть, то ролика на канале не будет. А там все равно качество получше. Вау! Так, теперь вот тут вот, по идее, вам должно быть видно. Ну вот, теперь хорошо очень видно. Прорисовываем тоненько серединочку. Какие-то листики подчеркиваем, то есть добавляем им глубины по краюшку, разделяем, да, линиями. Делаем просто такую вытянутые реснички из центра. Иногда, знаете, нужно просто не смотреть, а слушать, что я говорю, потому что этого вполне достаточно просто для того, чтобы это сделать. Ну, как тебе сказать, если прошел курс у тебя, то вообще понятно все, что ты делаешь, когда ты объясняешь. А так, ну да, качество не очень. В роликах качество намного лучше, и там очень хорошо видно, как само движение кисточки. Ну, ролик же будет? Будет обязательно, да, ролик будет. Только через месяц, конечно же, не прям сразу. Через месяц будет ролик. Но, тем не менее, он же будет на канале. Сушим. Так, теперь добавляем серединку цветочка. Давайте мы туда добавим чего-нибудь блестящего, конечно же. Мы же сороки. Мы же все сороки, прям все здесь собрались. Все сороки на моем канале. Мы уже это со всеми решили, что сороки только здесь водятся у нас. Так. Вот нам нужны какие-нибудь желто-оранжевые блестки. На моих руках голубые, с голубым проблеском, да? А если вот с желто-оранжевым блеском, то это вот этот вот номерочек в магазине. Магазин вот он. Смешиваем с финишем или с базой, или что-нибудь, с чем-нибудь. Просто для того, чтобы намазать в серединку цветочка. Так-с. Смешиваем и намазываем в серединку цветочка. Давай. Вот сюда, в самое темное место. Подсвечиваем. И потом сверху все это еще прорисуем, бликанем. Белых точечек поставим. О!
Ой, как красиво! Ой, боже мой. Ой, еще и блестит шикарно. Смотрите. Вообще класс. Огонь! Огонь! Огонь, огонь, огнище. Так, где я? Где я? Вот она. Чуть-чуть уменьши. Это много? О, вот так! Вот! Очень красиво! Вот же было! Очень красиво! Слушай, у вас дизайн красивый. Спасибо большое! Так, теперь мы все это безобразие перекрываем финишным покрытием. Мы, кстати, вчера Марине все сделали, все наснимали, такие все довольны. Нанесли масло, начали вытирать и вытерли золото с мизинцев, потому что мы их не покрыли финишем. Просто, ну, зачем? Зачем глупостями заниматься? Так, покрываем финишем, подравниваем поверхность. Потому что дальше мы будем добавлять прорисовку по топу. Пить буду, нос чешется. Ой, это много. Это много, капля сильно большая. Опять же, подравниваем поверхность финишем. У нас там куча-куча слоев краски. Нам это надо все. Сушим. Привести в порядок, выровнять. Что, там никто ничего не пишет? У вас дизайн красивый. И все. И все, и больше никто ничего не пишет. У Даши всегда самые красивые дизайны. А поговорить? Давай. Красотища-то какая, ляпутища. И это еще не все. Еще у нас будут стразы, еще у нас будут бульонки. Вы что, думали, это все? Нет, я же говорю, мы цыгане, к нам можно... Где мой табор? Где затерялся мой табор? Откуда я сбежала? Суши. Видишь, не везде сбежала. Я тебя нашла. Пацанская душа нашла мою, да? Я как раз из табора, видимо. Мне мама обычно говорит, господи, ну понятно, это, говорит, у тебя цыганские корни откуда-то взялись. Так а что, мама не знает откуда, что ли? Это ж там надо... Нет, это бабушка у меня тоже любила все такое пестрое, юбки у нее всегда были пышные, с большими цветами, все такое пестрое было. А, так это там прабабушка где-то совершила, да? Не знаю, все возможно. Наш табор вон в чате сидит весь. Да, девочки? Нет, не весь. Вчера, кстати, было больше. Да? Как всегда, огонь, огнище, красота. Я вчера, блин, что-то так устала, что я даже не пересмотрела, не перечитала чат, не этот самый. Что-то я вчера прям выдохлась. Вчера даже, по-моему, было... Сколько ж там? 100 с лишним. О, очень много людей было вообще. А людей было 80 с чем-то. Нет, и мы когда закрывали эфир, я смотрела, там было 150 или что-то. В один момент было 140 с чем-то лайков и только 80 с чем-то людей. То есть лайков было больше, чем зрителей? Причем намного. Я еще удивилась, что очень прям много было. Так. Давай. Здравствуйте, я вчера с вами зависла. Сегодня опять нифига не делаю, зависаю. А вы зависайте и делайте. Все равно ничего не видно, а послушать можно и на расстоянии. Поэтому можно зависать, делать, все сочетать вместе. Вот в этом прелесть прямых эфиров. Можно только вклиниваться в тему разговора, спрашивать, задавать какие-нибудь умные вопросы, и в этом кайф. Не знаю, девочки, вот мне кажется, что вам должно, обязано быть в кайф просто. Просто. Так, выровнялись, просушиваемся.
знаю, я смотрю эфиры, и когда еду за рулем, он у меня рядом играет, я слушаю. Просто для того, чтобы потрындеть, зарядиться энергетикой какой-нибудь там, поржать, посмеяться, поприкалываться. Вот. А потом хорошо уже внимательно посмотреть в уроки, в ролики, где там все тебе уже показано, то, что тебе надо. А вдруг кто-то что-то пропустит? Да, а здесь послушать внимательно, как же это делается, потому что в ролике об этом не рассказывается, да, ну берем и мажем. А здесь вот как смешивать дорожку, какие цвета добавлять, как это все, зачем следить, то есть возьмите текст отсюда, потом ролик оттуда, и у вас будет целая картинка, и вы просто будете, у вас будет курс готов. Так, прорисовываем. Тоненько, не везде, аккуратненько. Какие-то основные вещи. Да куда там вклинишься? Рот разявила и слушаю. Так, главное, что я хочу, это вот тут вот выделить серединочку. То есть, смотрите, мы блесточками ее подблестявили, а теперь вот так вот просто точечками вокруг блесточек поставили, и серединка наша стала просто вообще восторг-восторг. Вот, и буквально парочку белых дополнительных типа травок-муравок по фону. Стразики будут, девочки. Будут. Мы без стразиков, конечно же, не мы. А эта форма как называется? Сложно пилить? Эта форма называется миндаль, пилить несложно, вообще совершенно, абсолютно. Завтра будет ролик по схеме опила, очень ценный, очень прям ценный, приценный, ценнейший ролик на канале. Поэтому не пропустите, завтра будет выход. И опять моя рука. И опять Олина рука, да. Оле везет. Все самые интересные вещи происходят на ней. Меня это радует. Ё-моё, Михалыч. Класс? Я что-то не пойму. У меня в гелем также целый клад на дне. Девочки, уточните. Что-то вообще непонятно. Клад на дне? У меня в гелем также целый клад на дне. Мы ничего не поняли, но это был очень, это был лучший комментарий сегодняшнего дня. Клад на дне. И не важно, что имелось в виду, лучше этого комментария уже не будет, все. Блестки. Все. Что имел в виду автор? Останется секретом. Блестки она имела в виду. Да? Да. Ну ладно. Ну, я так понимаю, что у нее на ногтях. Такой же в аквариуме чего-нибудь там засыпано, да? Да, я так понимаю. Ну, это мы сами себе придумали. Ну и молодцы мы, да? Мы так придумали, значит, у нее целый клад в аквариуме. Значит, извините, автор, мы за вас уже все придумали. Ну да, даже в геле, наверное. Какие стразы используете? Ой, девочки, на самом деле AliExpress стразы, очень сильно их люблю, но стразы тоже бывают разные, да, есть стразы, которые отваливается вот это вот конь, ну, блин, сама сфера стразины, и остаются такие просто подложечки, да, просто стразина сама по себе разваливается. Как ты ее там не укрепляй, она все равно разваливается. Вот я нашла стразы, которые более-менее ведут себя адекватно, не разваливаются вот так вот на куски. Ну, как сказать, со стразами все в порядке, если их не колупать.
Вах! Блин, расписной поднос! Все как я люблю! Вообще! Суши! Кто там подносы любит расписные? Оля, какой я в Кисловодске себе купила посудку какую! А я... А тебя нет в лепке, да? А я в общую группу не скидывала. Короче, там пос... А нет, скидывала, я же говорила, ну, вот будет да, что-то объемное. Я же себе купила сахарницу всю такую в лепленных цветах, вот в таких. И вазу в розах. Ой, какие розы, какая ваза, какие крутые цветы вообще прям. Ой, я такое всякое люблю, лепнина, залипуха. Вот, короче, я себе в Кисловодске купила посудки. Так, девочки, прорисовываем, добавляем белых бликов немножечко по лепесткам. Мы себе уже придумали, где мы этих белых бликов будем добавлять, тогда, когда добавляли белые китайкой, да? Вот на каких-то лепестках мы же добавляли беленькие поворотики. Вот именно в тех же местах добавляем белую прорисовку для того, чтобы подчеркнуть дополнительно объемность этих поворотов. Расставляем точечки в серединке цветочка. Пробликовываем дополнительно вот тут вот еще боковые вот тут вот эти бутоны. И добавляем несколько таких типа травинок, не травинок, беленьких полосочек, которые облегчают наш дизайн, делают его более легким, нежным, воздушным. То есть добавляем такую травку-муравку. И поверху еще чуть-чуть точечек по этой травке-муравке, для того, чтобы вообще было интересненько. На вторую сторону добавлять не буду, а то будет солнышко какое-то. То есть, да, вот у меня тут центральный цветочек, и я такая к нему лучики рисую. Хорош, хватит. Поэтому сюда я нарисую просто точечков. Монстрик, монстрик пишет: здравствуйте и передайте, пожалуйста, привет. Стол заказов русского радио. Шалуновая ФМ. Передает привет. Смотрю вас и слушаю, и работаю. Молодец. Вообще здорово. Так, на этом роспись закончилась, но дизайн нет, потому что цыгане победили, все цыгане победили, поэтому у нас есть тут, мы еще завалились стразами вокруг себя, и дизайн на этом не закончился, у нас сейчас будут еще стразы, вот, поэтому мы берем стразы. Есть у меня тут вот такой вот микс. Сейчас мы поковыряемся, что такого интересного из него найти. Какую-нибудь форму. Хочу какую-нибудь фигурную стразину. Я тоже кричу: ура, стразы! Фигурную стразину какую-нибудь. Но они все такие крупные фигурные. Не хочу. Это будет сильно забито. Сильно будет забито. То есть вот такую прям стразюлину прилепить, ну, блин, она все цветы, они уйдут на задний план. Нет, мы возьмем какую-нибудь вот такую вот крупненькую стразинку. Давай. Так, самый жирный бить. Самый жирный. Мы возьмем сейчас вот такую вот крупненькую стразинку. По френчу курс есть? Сейчас. В курс моделирования форм у меня курс онлайн по квадрату и миндалю, и в каждом курсе есть часть, относящаяся к выкладному френчу. То есть в каждом курсе есть урок, который касается выкладного френча. Я тоже люблю дизайн на тему дорого-богато. Вот. Вот сегодня у нас будет дизайн на тему «Дороже не бывает». Бывает, но редко и не у нас. По-богатому. По-богатому, не то слово. Так. Вот так. Оно мне уже блестит. Оно тебе уже нравится? Оно мне уже давно нравится. Сейчас мы возьмем стразинку поменьше. Вот эту вот. Вот так вот. И мы все это подсушим, пока оно все не разъехалось в разные стороны. Подсушим.
Так, давай на большой пальчик. Давай, достаточно. На большой пальчик мы сделаем вот сюда крупную стразинку. Вот такого размера. Вот сюда опустим стразинку поменьше. Поменьше. Вот. И вот сюда добавим таких стразинок тоже, типа, чуть помельче. Главное отцентровать, чтобы потом это все было более-менее отцентровано. И все, и у всех сердце биться перестало. И хладные трупы возле экранов сидят. Ничего не видно, что вы все смотрите. Я не знаю. Зато все слышно. Ну вот сейчас все видно, прекрасно видно, очень хорошо видно большой палец. Ну сейчас приближу. Зато какая интрига! Ничего не видно, но так интересно! Так здорово! Тут рассказывают, что что-то делают, а ничего не видно. Ну круто же! Вообще кайф! Так, суши, подсушивай. Это мы убираем. Слышно, как сразу вообще отлично. Это непередаваемое ощущение просто. Отключите зрение, да? Пользуйтесь другими сенсорными способностями организма. Слушайте, как блестят стразы. Девочки, залипли, вопросов не осталось. Так, открываем, у меня тут пакетик. Короче, стразинки у нас черные, как вы поняли, да? Ничего не видно, я вам объясняю. Стразинки у нас черные. О, улучшила качество до 720, да, получше стало. Да, не может быть. Так, сейчас эти пальцы мы на одну камеру, большой палец, потом будем для вас. Короче, девочки, выкладываем стразы. У нас куча разных страз у всех там. Я знаю, у каждого мастера там этих страз, блин, пол холодильника завалено. Вот. Поэтому берем все стразы, которые валяются, и укладываем их. И не спрашивайте у меня, почему стразы переехали в холодильник. Я не знаю, как так получилось. Покажет еще в конце сам дизайн, и все видно. Просто кто-то слепой от красоты страз. Вот, покажу, конечно же, обязательно сниму камеру, покажу с удовольствием. А потом пересяду на место Оли, Оля будет делать мне, я буду оперировать, поэтому там будет чуть-чуть, может быть, виднее, а может быть, еще хуже, поэтому оператора намыло. Поэтому может быть все что угодно. Не расходитесь, мы сегодня к вам надолго. Вот. Так, а я тут намазала клей? Не помню. Ну, теперь точно намазала. Так-с. Есть. Подсушим. Ё-моё, как красиво-то, девочки! Девочки, слушайте, как завидуйте! Все, гляньте, как здорово! Нет, не гляньте, вам все равно ничего не видно, это бесполезно. Но очень красиво же! Сейчас мы на большом пальце вам покажем. Так, а мы там вообще не в кадре или мы в кадре? В кадре, все нормально. Все, то есть все видно, все хорошо. Даш, ну как тебе сказать? Ну да, под углом, но видно, как ты стразы выкладываешь, как они красиво там блестят. Все это прекрасно видно. Ну и хорошо. Будем верить Оле. Так. Когда приблизила, да, из кадра ушло, потому что снимали на ту камеру. Сейчас отдалила. Видно, как ты выкладываешь.
Алекса, Алендер, привет, я опоздала. Привет, Алекса! Нет, Тебя вообще что-то давно не было видно. Почему? Слушай, вчера она была. Да? Ну, я вчера не читала, и мне никто не читал, что она была, поэтому я не видела. Я прям соскучилась. Твои мыши меня радуют. Что? Лол, как хорошо, что надолго. Я как раз пиво купила и торт. Вы беременны? Пиво с тортом? Это, наверное, очень вкусно. Очень, очень. Ё-моё, красиво-то как. Поближе оно всё блестит. И вообще ничего не видно. Слепит. Так, вот всё. Так можешь выкладывать, чтобы было видно прям всё? Могу. Не поверишь, я могу вообще в принципе все. Вот так вот. Расставляем точечки клеем, да, то есть буквально точечно думаем, куда мы закрепим наш следующий уровень стразиков. Вот туда расставляем точечки клея, не мажем всю поверхность, потому что они потом начинают бегать, разбегаться, убегать в разные стороны. Нам это не надо ловить, нам их не хочется. Заговорили про пиво, появился Виталий Тихонов. Привет, девчули, пиво будем пить. Это приманили, приманили, пришли мужики на запах. Вы прекращаете, а то сейчас там, кто там, геи у нас там вчера были, сейчас еще набегут, вернутся, но нам надо, я понимаю, там волшебные эфиры, там геи сразу меняют ориентацию от такой красоты, но оно нам не надо. Алекса тебе пишет, что всегда рядом, просто обычно молчу. Алекса, мы так по тебе скучаем, а что ты в группе ничего не пишешь, ничего не показываешь, что ты там делаешь? Сушим. Так, ну а теперь берем финиш. С финишем смешиваем бульонки. Бульонки нам нужны самые маленькие, самые такие, из которых не облазит цвет, то есть нам нужны металлические классные бульонки. Они, конечно же, есть у нас в магазине. Ссылочку на магазин вы, конечно же, видите на своих экранах. Поэтому берем бульонки, замешиваем их с финишем и будем выкладывать бульонками все пустые места, которые у нас остались. Вот все, что пустое место, все закладываем бульонками теперь. Все, это основная наша задача. Виталий предлагает пиво и водку с тортом. Еще и водку с тортом добавилось. Давайте не надо, это извращением попахивает. Это пьянкой попахивает. Просто пьянкой, да? Так, сейчас мы это сначала на одну камеру, потом вам большой пальчик покажем. Так, и самое-самое противное, это выложить из этих бульонок нечто аккуратненькое. Просто пьянкой. Мальчик написал. Такс. Да, девочки, лайки нужны. Конечно же, ой, нужны. Молодцы. 83 человека и 60 лайков. Молодцы. Вообще здорово сегодня. И даже если ничего не видно, все равно вам спасибо большое. Ну вот представления не имею, что там не видно. То, что ты делаешь, видно. Девочки, просто экран надо побольше. Подсуши, подсуши, бегом, 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 бегом. Давай. Такс. На памперсы неинтересно смотреть, а пиво с тортом, кстати, неплохо идет. Чё, да? Серьезно? Это Алекса тебе пишет. Серьезно, пиво с тортом заходит? Ну вот, надо попробовать. Надо попробовать такое. Ты уверена? Может, шампанское? Факт! Да чё, ну нормально же заходят люди, вон, рекомендуют. Чё ты... Здравствуйте, Даша. Очень рада видеть вас снова в прямом эфире. Здравствуйте, девочки. Татьяна Захарова. Пиво без водки, деньги на ветер. Это тоже. Все уже знают.
Такс. Да, нет, золото это не краска Blue Sky. Это паста. Да, это паста. В магазине у нас новая паста золотая. Вот. Золото оттуда. Девочки, осенний курсик. Зацените бульоночки. Какие они манюсенькие. Да, Оля? Да, они Да, Оля, офигительные, Оля. да. Оля, Оля. Они Вот. милюсенькие. Чем мельче бульоночки, тем симпатичнее будет из них выкладывать всякие разные инкрустации. И причем они металлические, то есть краска с них потом не ползет. И золото красивое. Да, и золото оттенок очень хороший. Так, а как вы относитесь к мужчинам-мастерам? Могут ли они делать на шикардос? Могут. И причем им это намного легче. Мужской мозг совершенно по-другому видит архитектуру, да, то есть он более видит четко линии. Намного проще мужчинам сориентироваться в пространстве. Это мы, бабы, не понимаем ни расстояния, ни пространства, ничего. В принципе, для нас это как бы такой загадочный очень момент. А мужчины, они четко видят, поэтому в моделировании мужики прям рулят. Самый до сих пор непобежденный или уже побежденный, короче, у нас в мире есть два чемпиона в количестве побед в моделировании френча, и оба два мужика. То есть бабы их переплюнуть не могут. Почему? Потому что, я же говорю, женский мозг, он видит по-другому. То есть нам кажется, что здесь все, ну вау, идеально, а нет. Мужчины хуже видят цвет. Мужчины хуже видят цвет, поэтому в дизайне, я вам не говорю, что в дизайне прям они там супер-пупер соревнуются, но в моделирке пока впереди планеты всей мужики. Транг Нгуен, я не знаю, насколько правильно я произношу имя, фамилию, и Том Холкомб. Том Холкомб уже, царствие ему небесное, вот, но вот это вот два, если вам интересно, возьмите, погуглите, это вот два прям чемпионских чемпиона, прям всемирные, и оба, ну, у Транга точно своя линия материалов, я не помню, какой конкретно бренд он представляет, вот, а Том, по-моему, выходил чисто как самостоятельная единица. Ну, я могу ошибаться, это было давно, я за этим наблюдала. Вот, но Девочки, можете смотрите. поинтересоваться. О-о-о-о. Так, поднос превращается в ювелирное украшение. Был поднос, стала ювелирка, стал ювелирный поднос. Этот яйцо Фаберже, и как бы это круто ни звучало. Ты знаешь, я прекрасно поношу яйца Фаберже у себя на руках. Особенно такие. И потом ни один Фаберже Его яйца, да? рядом не стояли с этим дизайном. Так что все, рисуем Фаберже и его яйца. О, а кстати, Оля как раз таки победила такие В яйцах. Да, после курса тонких линий. яйцах. Да, сразу же после курса. А на Пасху компания Blue Sky проводила у себя конкурс по росписи яиц. И вот 5 из 6 призовых мест заняли мои ученики. Вот классно же, классно, классно. И нет, им не подсуживали. И нет, я не судья этого конкурса была. Вот. Но 5 из 6 призовых мест заняли ученики, и одна из них Оля. А дипломы ничего не прислали, да? Только чисто подарочные эти, как их, маркеры, да? Наверное, да. Угу. Вот, а еще у нас на сайте магазина начинается новый конкурс на ноябрь, на фею ноября. Вот, там будет очень интересная тема, поэтому обязательно поучаствуйте. Будет один победитель, будет красивейший диплом. В этом месяце победила Оля, и да, я ей не подсуживала, и да, я судья этого конкурса.
Вот. Но победила Оля. Вот, а еще она привезла свою конкурсную работу, я вам ее покажу. Можно же будет показать ее в эфире? Конечно. Можно же будет похвастаться Конечно. тобой? Вот, какая ты молодец. Помним, конечно, классно. Вот. Елена Лебедева. Поэтому, девочки, вообще ногтевой мир, дизайн, это, блин, это просто непаханное поле для развития, для самореализации, для творческого подъема, взрыва. То есть, блин, это круто. Блин, дизайн, это вообще круто. Вот сидеть 3 дня выкладывать бульонки, это вообще зашибись. О, боже мой. Но оно же того стоило, да? Конечно. Да, 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 да. Красотища. Давай. Прям волшебезная. Очень нежненько, прям здорово. Мы потом еще закрепим слоем финиша, да, то есть мы пройдемся по самим бульонкам еще слоем топа для того, чтобы их дополнительно закрепить. Вот. И все. Так, выкладываем. Раскладываем. Ну вот, когда близко, фокус на буквы. А переключи на себя, на камеру, на фронтальную камеру и на вторую камеру. Там должна переключиться вторая камера в телефоне, и потом настраиваешь поближе. Ну, поняла, там стрелочка камеры, поменяй местами. Тут же ж, блин, телефон дохрена умный с 5-10 камерами. Не надо включать ту камеру, которая нужна. Выкладываем. Получилось? Оно будет сначала далеко-далеко-далеко. Ты потом приближаешь, и она зато фокусируется. Фокусируется, по идее, по логике вещей. Выкладываем бульонки тем временем. Шикардос, я бы сказала. Все? Все видно? Ура! Под конец эфира все видно! Все самое интересное мы уже закончили. Сейчас мы выйдем со мной в эфир. Я там буду оперировать своим телефоном. И будет видно вообще все. Не, все равно. Раз. Вот. Ну, я же как-то делала, я же как-то эфиры уже вела, что видно же было на типсах, все было в фокусе, правильно? Правильно. Правильно. Ну, ладно, то я потом сяду и посмотрю, что там. Что там. Сейчас я возьму телефон, все равно будем снимать конечный результат. Я настрою так, чтобы было все видно. Мы снимем конечный результат, а потом будет мастер-класс на канале, поэтому все равно будет все хорошо. Так-с. Так, вот эту вот сторону не вижу ничего. Надо же, чтобы еще и мне было все видно. Наверное, это лишнее. Да? А я так надеялась. Девочки, что вам рассказать интересненького? Получается, что Даша спилят ногти, которые мы еще не видели. Да, Даша спилят ногти, которые вы еще не видели, но мастер-класс по ним я уже смонтировала. Они уже смонтированы, завтра выйдет схема опила, послезавтра выйдут ногти, которые вот сейчас у меня на руках. Чёрт. Я вообще балдею от этого. Красотища. Эти классные, все это. А вот это прям вообще залипуха. Прям красота.
Так, вот тут вот, пока мы там ту сторону выводили, эта сторона у нас уехала. Сказала, знаете чё? Сильно долго вы возитесь. Это коварно, Даша. В смысле? Ну что, девочки еще не видели, а их уже сидят. Суши, 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 суши. Все, давайте, сейчас я, сейчас. Сейчас волшебные руки тети Даши все починят. Да. Ну, хорошо, когда есть что показать, знаете ли. Волшебные руки тети Даши показали волшебную грудь. Ну вот, все, пожалуйста, вам. Вот он вам, фокус-покус. Фокус-покус. Все. Вот, смотрите. Вот вы, вот, вот, пожалуйста, вам результат. Вот. И разве этого того не стоило? Вот просто не видеть ничего, а потом увидеть все. Это вот просто бомбей. Вот. Бомбей. Да, мама? Да? Ты завидна? Завидна, завидна, конечно. Завидна. Ты вот тоже никогда, так хочешь? Никогда мне такую красоту не сказала мама с тыквами. Никогда. И с залипушным, дизайном. Девочки, ну, ну, гляньте, сочетание серого, розового. Да, сейчас, подожди, мы тут... Это еще не час, это еще где-то час. Будем, хорошо, да, давай. На чем я, подождите, это... А, серого! Мне, меня суп, все, это мысль ушла. Чай, к чаю с пивом и к всему остальному. Блин, ну разве же это... Где мои комментарии? Я не поняла, где чат? А клиентов нет, шикарно, очень красиво, шикардо. Супер круто! Да, я нашла чат. Вообще волшебно. Девочки, ну в принципе все очень здорово, очень-очень красиво, быстро. На самом деле быстро, легко, 2,57 на все, с чаем, с кофе, с трындежами, с прямым эфиром. Я считаю, что это, в принципе, очень быстро. Вот. Сейчас мы сделаем быстренько коррекцию на мою руку, а рисовать выйдем тоже в прямой эфир. Все, всех люблю, целую, пух, далеко не расходимся.